Приветствую вас, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня я вам расскажу, как открыть кошелек VK Pay. Заходите на мою страницу, наводите мышкой «Моя страница», здесь появляется у вас шестеренка. Настройка пунктов меню. Ищем VK Pay, отмечаем галочкой и нажимаем «Сохранить». Вот он у вас с левой стороны. Я сама еще в нем не регистрировалась. Сейчас буду регистрироваться. Нажимаем VK Pay. Согласен с условиями оферты. Нажимаем «Продолжить». Вы можете платить за товары, услуги или переводить деньги друзьям прямо в приложении ВКонтакте. Платите за все в одном месте. Делаете покупки, оплачиваете счета, продукты, одежда. Все это можете делать прямо из кошелька. Разделить счет в кафе, дать в долг, собрать деньги на подарок. Стало проще. Два клика, и друг уже получил деньги. Нажимаем «Продолжить». Введем новый пин-код. Два раза вводим пин-код. Для начала я вам предлагаю заполнить анкету. И пишем. Заполняем анкету, серию номер паспорта. Заполняете данные паспорта и второй документ. ИНН либо СНИЛС. Отправляете на проверку. Проверка данных обычно занимает это не более 8 часов. И мы пришлем вам уведомление, как только статус изменится. Нажимаем ОК. Тип аккаунта смотрим. Базовый до 15 тысяч на счете. Расширенный до 60 тысяч на счете. И данные проверяются. Ну вот и все.